Всем привет! Вы на канале Тачкач, меня зовут Сергей, и это Live Beneath. Как и обещал, после Half-Life у нас с тобой будет прохождение хоррора. Громковат он немножко, прям вот слегонца громковат, и сейчас мы проходим обучение, видишь, контроллеры. Так, ладно, говорят, попробуйте пройтись вперед немножко. Направо не работает. Направо у нас перемещение, вправо-влево, поворот, не перемещение. Перемещение все у нас налево. Ладно, погнали. Так, тут у нас какой-то безрукий чертяк. Ну-ка, что там, можешь? О, смотри. Че, руки оторвали? Тынь-тынь-тынь-тынь. Фу, смотри, как желешка. Так, ладно. Взять пока... А, взять... А, смотри, можно сжать кулаки уже, как минимум. Ой, ты посмотри на эту фигню. Так, ладно, погнали дальше. Зачем его жопой повернули? Зачем его повернули к нам в жопу? Смотри. Мы идем по каким-то кляксам. Это, судя по всему, дорога, куда нам нужно идти. Пока ничего не понятно. Continue playing use. Да, отлично вообще, просто великолепно. Меня сейчас спросили по поводу управления. Нормалек мне такое управление, не нормалек. Я думаю, отлично. Так, смотри. Use the pause. Для того, что... Короче, тебя предупреждаю сразу. С английским у меня, ну, так себе. Поэтому чего-то мы поймем, чего-то не поймем. Можешь писать в комментариях, если я там что-то неправильно делаю, ну ладно. Но пока у нас с тобой огромные джойстики, просто огроменные, ты посмотри на него. Он примерно размером с такой хорошенький комод. Написано, нажмите вот эту вот тынгу для паузы. Давай, нажимаю на нее. Ой. И что это? Так, отлично, а можно еще раз? Я еще раз нажимаю. Все, отлично, нажали, нам показали просто, что можно назвать паузу. Вот посмотри, какое они сделали обучение, это просто великолепно. Пройти внутри джойстика. Такое я первый раз вижу. Блин, очень громко кричит. Подожди-ка, дай-ка мы еще раз попробуем. Options, и где-нибудь там управление, что-то там, аудиографика, вот, отлично. Музыку, да, мы сделаем потише, потому что немножко и звуки потише. Да, смотри, звуки поставим на 90, а все остальное на 80. На 70, вернее, музыку. Так, переходим дальше. У нас засветились другие таргеты. Это, походу, что-то... А, это сжать кулаки. Look to see you, bla-bla-bla, grab your light. Короче, что-то посмотри вниз, говорят. Воу, у нас смотри, какое управление. Прям все как будто в кармашках. Класс. Так, дороги у нас с тобой разделяются. From the light will... Так, короче, мы берем зажигалку. Мы... Ой. Мы даже можем зажечь, смотри. Ладно, классно. Окей, а в какую сторону... Ой, смотри, если я его случайно выроню, она... оп, и обратно, все отлично. Смотри, вопрос, в какую сторону идти? Я, может, не сюда хочу, пойдем направо. Так, пока ничего не понятно, но это обоньки. И еще в разные стороны. Смотри, там я вижу конечную точку. Пойдем туда сразу. Пойдем туда. Телепортом... Я поставил управление, чтобы не телепортом. Я тебе уже говорил. Не люблю я телепорты. Ты потому что перемещаешься, и первую долю секунды, ну просто... И чего? И первую долю секунды ты не понимаешь, где находишься. Кто-то, может быть, привык вполне, но не я. Мне больше удобнее как-то и глазам, и телу. Как бы это глупо не звучало. Ну да, действительно, тело реагирует на такие прыжки. Удобнее, когда оно все это плавненько, аккуратненько. Ну, смотри, прошли раз в сторону. Направо, говорит, пойдешь. Ничего, никуда не придешь. Прямо пойдешь, то же самое, в клякс упрешься. Ладно, бежим налево. Это, походу, единственный оставшийся путь. Ну, идем, ничего страшного. О, отлично. А есть какая... Ой, в плане? У меня хп... Все руки замазало в крови, смотри. Тихо. Никакой предыстории, мы видим яблоко. Ты можешь взять... Короче говоря, для того, когда у тебя мало хп, судя по всему, твои руки становятся в крови. Но ты можешь взять яблоко. И схавать его, смотри. Как классно это сделали. И кровь с рук проходит. То есть, смотри, показатели хп здесь не будем. Будем ориентироваться с тобой по крови на руках. О, еще одно яблоко. Да, полностью вас скилим, раз уж нам дают такую возможность. Оп, оп. Так. Хрум. Все, идеально чистые руки. Надо было им не яблоко, а тряпку какую-нибудь брать. Ой-ой-ой. Так. Теперь нам говорят, у вас есть осиновый кол. Вау. Прям вот так вот. Грабью. Ничего не понял, но, короче говоря, можно что-то им втыкать. Вот смотри, прям берешь и
и втыкаешь его. Отлично. Я так понимаю, это нам понадобится, когда у нас будут противники. И по-разному брать можно. Смотри, можно вот так вверх, можно вот так. Вот так, наверное, поудобнее будет. Класс. Ладно, пойдем. Навтыкали это тумбе. А Стеф, короче, что-то там начинается. Так. Игра опять-таки Life Beneath. Страница первая. Перелистываем ее. Ой, тут, короче, комикс. Без понятия. Давайте я вам вот так оставлю. Кому надо, почитает, переведет. Что мы видим? Мужика. Машину. В машине мужик с женщиной. Что-то произошло, они кого-то сбили. Машина переворачивается, и девочка падает в воду. Но она выбралась. Это если судить по картинкам. Ничего не понятно, поэтому даже читать не будем. Смотри, отлично. Что мы видим? У нас опять-таки зажигалка. Зажигалку у нас не забрали. И двигаемся вперед. Вот! Вот та самая машина. Вот сюда мы вчесались. Все руки в крови, значит что? Значит, нам плохо. Вот. Идем таблички. Если есть таблички, значит мы в правильном направлении. Класс! На самом деле, если бы игра была на русском, было просто великолепно, потому что можно было хотя бы почитать. Она сделана в стиле комикса. Даже по графике. Смотри, какие руки. Смотри, какие камни. Смотри, какие текстурки. Она реально сделана что-то из серии комикса. Ладно, идем по дорожке. У нас особо выбора нету. Единственное, что что-то медленно идет. Ты можешь чуть-чуть пошустрее идти? Так. I feel бла-бла-бла. Короче, вам, если надо будет, прочитайте паузу, поставите. Привет! Видим какую-то девку. Или не девку, не знаю, что это. Но кто-то за нами уже наблюдает. Класс, очень красивенько сделано. Единственное, что темновато и... Так вообще хотелось бы чуть-чуть гамму повысить. И было бы прям идеально. Так, немножко истории. Короче говоря, ее отец куда-то пропал. Давай посмотрим вот здесь. Да, конечно, отец пропал, везде всюду кровь, а мы пойдем в непонятное подземелье. Это логичное решение для маленькой девочки. Смотри, я вроде куда-то иду. А, я бы долго так шел, нам с тобой нужна зажигалка. Давай, просвечиваем путь. Ой, корни какие-то. Вот они. Вот это корни. Блин, мне очень не нравится то, что, смотри, она светит. Оу. Вил, кто-то прошел здесь. Она светит буквально, ну прям чуть-чуть. Йо, блин, try make... Короче говоря, сделайте выбор. Пойдем направо. Нам с тобой не везет идти направо, поэтому мы туда сро пойдем. Когда-то же должно повезти, правильно? Ой. Она ходит тут. Пойдем догоним. Догоним Юльку. Будем называть ее Юлькой, не знаю почему. Давай догоним ее и узнаем, что она вообще хочет и куда она идет. И почему она перед нами. Ой. Привет. Так, зажигалка нам. А че? Так сразу, а будет еще что-нибудь? Там. Тихо. А куда он исчез? Он сейчас как резко закажется за спиной. Так. Давай, короче, что-нибудь потыкаем и разберемся. Смотри, я беру куклу. Какая клевая. Так, мы можем открыть. Что мы можем здесь? Можем что-нибудь сделать? Повернуть, так, не достать. Всякие рубильники. Что-то еще. Давай-ка потыкаем. Нет, смотри, судя по всему, можем взять только куклу. Берем куклу. Короче, как ты ее сюда, наверное, надо запихнуть, да? Я ничего понимаю, как. Звук еще вот этот операционный, такой. А если мы просто дальше пройдем? Не, подожди, с этой куклой по-любому что-то нужно будет делать. У нас с тобой будут. Я тебе прям говорю, у нас с тобой будут такие запары, когда не знаешь, что делать. Это все потому, что надо читать. Да, мы сейчас какой-нибудь... Буль? Слушай, как, видишь, везде эти пузырьки. Мы как будто где-то под водой. Блин, не знаю, пойдем в руку возьмем. Пойдем к выходу. Все, у нас кукла есть, нормально, пойдем. Не открывают. Говорят, нет, подожди. Сначала что-то сделай с этой куклой. Подожди, а мы что с ней можем вообще сделать? Можем взять в разные руки, посмотреть на нее, она прикольненькая. И все. И как бы и все. Ну давай пойдем обратно. А если мы пойдем обратно, то... А, то все, мы уже не пойдем обратно. Она не зажигается. Ой. Просто держать надо было. Так. Подожди, стоп, это не все. Мы же ее взяли, правильно?
Там что-то среднее. Давай мы, короче, просто возьмем, пойдем вернемся обратно, попробуем. А вдруг там обратно? А, какой-то страшный скрежет. Это корни. Слышишь, да? Так. Фу, отойдите от меня, куда дальше? Эй, а куда дальше-то? А что, все? А тут, поход, тупик организовали, смотри. Я не шучу. Блин, немножко некомфортно себя чувствую в замкнутых помещениях. Потому что, потому что не люблю. Нет, смотри, прям говорят нам, возвращайся обратно, ты правильно шел. Вопрос в другом. Что делать с этой маленькой куколкой? Можем что-нибудь поджечь. Смотри. А, давай уберем ее. Давай мы ее просто уберем. Можем убрать куклу? А как ее убрать? Так, во-первых, зажигалку мы уберем. А куклу. По карманам она не суется. Маленькая какая-то штучка. Да ну штуперный. И что делать-то? Вот смотри, оно что-то светится. Правильно? Здесь ничего не можем. А, по индикаторам мы видим only куклу. А мы схавать можем? Это вдруг. Яблоки схавали. Больше куклу можно схавать. Об стол ее, не? Подожди, давай попробуем понажимать что-нибудь. Мы можем что-нибудь нажимать. Нет, все, представляешь? Прям все. Так, где там говорили? Вот так. На паузу, а сам попробуй с ней что-нибудь сделать. Ну-ка, давай здесь пробуем еще разок. Покрутим чуть-чуть покрутим. Да ничего нельзя сделать, алло. А в две руки мы ее можем взять? И в две руки не можем. Сука, тупая кукла. Тупая кукла еще хуже незнания английского. Есть коробка. У меня чуть-чуть кровавые руки. Есть кукла. Кукла, сука. Что с тобой делать-то? Вот как будто вот это надо открыть, либо туда поместить. Ну, либо ее активировать. Мне кажется, ее просто с собой забрать надо. Подожди, давай возьмем зажигалку, еще раз. А можем что-нибудь спалить? Давай что-нибудь спалим. Вот я все с хреном сжигать хочу. Давай, сжигай. Город не сжигается. Куда подальше швырнуть, не? Она даже не швыряется. Мы возьмем вот так, смотри, взять, отнести за реком, оба, и она все равно улетает вот сюда. Значит, нам здесь что-то с тобой надо сделать. Вопрос что? Какие-то звуки. Давай! Уже хотел поругаться, давай Алекса. Но Алекса тут нету. Слышишь? Я все нажимаю, что делать-то надо? Так. Музыка пропала. Ой, какая геморная игра, подожди, может тебя закрыть просто? А если тебя вот сюда запихнуть? Туда внутрь? Внутрь ты не запихиваешь? Смотри, какая отвратительная кукла! Ну-ка! Буль! Нет? Вот это, блин, бредятина! Вот это же надо было застрять в самом начале! Так! У, какая! Так, ну-ка, секундочку, вот сюда. Да не берется она никуда. Ёб твою дивизию. Ну вот это просто, подожди, это можно же было догадаться? Да, мы сожжем ее. Это все было так просто. Так просто было. Ну, у нас будут такие моменты, я тебя же предупреждал. Ну, ничего страшного. Ничего абсолютно страшного. Потупили, зато мы теперь точно знаем. Что видим? Видим красную куклу, сжигаем ее. Все просто. Так, давай прогружайся. Мне интересно, что у нас там дальше. Давай посмотрим. Я пока ничего... Я вижу руки. А, просто надо было... Просто надо было зажечь зажигалку. Короче. Ой. Ну. Тихо. Да твою мать! Ты дура! Так, тихо. Так, подожди, не хочу больше зажигалку зажигать. Я так и посраться можно. Я, конечно, знал, что сейчас будет какой-нибудь скример, но не так же близко. Так, маленькая девочка выбралась на улицу уже хорошо. Видим капли сырым. Судя по всему, мы драпаем за отцом. Смотри, здесь растяжка. А давай мы не будем в нем. Можно перепрыгнуть? Воу. Короче, нам просто закрыли путь. Да, это вам почитайте, знаете. Так, что? У нас нет кола, вот что самое обидное. Да, может, мы палку возьмем? Не, не дают, говорят. Не дают палки. Отлично! Мы видим с тобой что? Фонарь. Фух. Ну, давай возьмем фонарь. Ничего, не дают фонарь? А, подожди, фонарь не дают, но фонарь можно зажечь. Пух! Ха-ха-ха!
Сам... Как хрен его знает. Короче, керосиновая лампа. Это может быть что-то из серии, ну, сохранений там или что-то в этом роде. Я тебя вижу! Иди сюда! А что ты? Это ворона? Смотри, это всего лишь ворона. Я думал, он стоит, кто-то нас смотрит. Нет, говорит, вороны. Так, еще немного текстика, ну-ка, пожалуйста. Вот так вот, идем дальше. Медленно, очень-очень медленно она ходит, что не есть гуд, особенно если нужно будет бежать. Пропали. Смотри, мы находим помещение по пропаже. Что очень... Оба, достижение какое-то получено. Так, да уйди, не мешаешь чуть-чуть. Судя по всему, это о том, что мы и пропали. Ты представляешь? Опа! Часть вторая. The Great Outdoors. И на вот этом моменте мы остановимся. Становимся. Ладно. Что ж, начали хорошо. Прям скримак был. Чуть-чуть потупили, я тебе уже по этому поводу говорил. Еще раз скажу и буду говорить. Все потому, что с английским так себе. Ладно, это мы исправим, ну, по следующих прохождениях, я думаю. А сейчас давай посмотрим дальше, что будет. Комментируй, ставь лайки, подписывайся. Всем до встречи. Всем пока.